У нас тут попытка диверсии. Завалить пытались дверь, но мы выстояли. Итак, значит, новый велосипед. Собираем еще один такой же Rushhauer, как в прошлый раз. В этот раз все хуже. То есть, хотя коробка была вообще не порванная, но при этом оба тормозных диска и крепление заднего переключателя, то есть сам петух вот этой рамы, были очень сильно криво, прям загнуты. Со всей силы их давили, гнули. Короче, все печально. А на данный момент что здесь сделано? Разобраны обе втулки и набахано туда очень много литола, чтобы все это хорошо крутилось. Потому что, к сожалению, смазки очень мало, крутились втулки очень плохо. Поэтому их перебрали и внесли туда как можно больше смазки. Ну, дальше стандартно настроили тормоза, поправили роторы, поправили задний петух, настроили задний переключатель. Теперь все работает отлично. Рулевую, конечно, протянули, потому что она тоже была очень плохо настроена. И самое фиговое, что здесь было, это то, что на заднем колесе была бракованная камера, она была спущена, и стали качать, она спускает там очень-очень много мелких дырочек. То есть, видимо, при установке на заводе что-то нам повредили. Вот, соответственно, поставили новую камеру, и дороже будет на 250 рублей стоимость этого велосипеда на данный момент. Потому что раньше камеры были по 200, теперь уже по 250. А так все готово, все забрано, все нормально работает.